Вот такие вот в Болгарии. Во времена своей игровой карьеры он поиграл еще в Португалии. Ну, в принципе, тоже касается и Станимира Стоилова. Ну и свою тренерскую карьеру он начинал в... Но хотелось бы пожелать ему точно удачи. Алип с мячом, передача в центр. Ташкентским Локомотивом, Алашкертом. Но опять же, можно ли здесь говорить исключительно о результатах? Все-таки товарищеский матч, во-первых, это не то. Да, никакое сравнение не идут. Учитывая, что впереди у Кызылжара высокорослые футболисты, можно сказать, что они рассчитывают именно на подачи, на какие-то забросы в штрафную площадь, а они происходят отнюдь не после быстрых выпадов, а обычно уже позиционных атак. Вот, к примеру, сейчас эта возможность такая будет у гостей для того, чтобы удивить хозяев. Подача в штрафную площадь. Удар-то какой! Пунашевац! Счет открывает. 1-0 в пользу Кызылжара СК. Ну или точнее 0-1. Какой же гол удается? Какой удар удается? Да, этому футболисту с отскоком от газона в дальний угол. Да еще и штанги коснулся мяч. У Покатилова шансов было, ну, очень и очень немного. Давайте смотреть повтор. Давайте смотреть повтор. А кому же Пунашевац здесь отправляется? Первый удар этого футболиста в чемпионате. Там уже что получится. В этом нет ничего абсолютно плохого. Или то, чего стоит стыдиться. Подача Сильвейра играет наконец-таки головой. Вот теперь уже ответный. Ассулин. Роговский. На ход Исламхану. Тут разворачивается. Может выйти подать, а может и ударить. Ох, какой удар получается. Для чемпионата Казахстана. Есть к нам к чему стремиться. И в этом плане подача все состоится. Исламхан вновь разыгрывает мяч. Теперь, правда, в роли партнера, да? Для Исламхана выступает Гайсулин. Ох, какой момент! И Закиров. Аплодисменты. Тимур Бек действует отлично в этом моменте. Не смутился. Не смутился. Вот она подача. Шелдон Батов в положении игры находился лишь у Гасильвейра. Поэтому все верно. Тимур Мульдинов. Он совсем выпадает из игры. Его мы не видим. Его скоростные навыки пока Кызылжар не использует. А вот сейчас Мульдинов. Отличный момент. И попадает он в ворота. Но лишь с внешней стороны. Вот он угловой. Вот он шанс для Кызылжара. Для того, чтобы увеличить свое преимущество. Навес хороший. А никого. Удар с дальней дистанции сразу же. Кургани поле очень-очень симпатично. Могли это уже оценить. Аршавин. Хороший момент. Вот так заговорился я. Вороговский. Аршавин. Вот он. Прострел на ответной передаче на Вороговского. Исаэль. Нет. Кто там врывал? И что так Григолашвили забегает на левый фланг. Го-го будет подавать. Но он указан на то, что стенка слишком близко располагается, да? И как же там стоит Исламхан? Считай. Го-го. Удар хороший в ближний угол. И отражает его Станислав Покатилов. Отражает удар. Угловой сейчас произойдет. Отличный повтор. Вот он момент. По-моему, мяч все-таки в створ не шел. Но Покатилову мяч нужно было забирать. Да и он, конечно же, не особо-то и понимал. Тимур Мульдинов нам как-то поздновато показывает. Никола Спасов доволен. Мульдинов уходит. Вместо него кто же появляется? Давайте смотреть. А вот она атака. Может быть, голевая. Прострел у Гасильвейра. Что ж придумывает? Что ж он сегодня делать-то этого? Саэль. Мягкий заброс. Точно. Исаэль вновь с мячом. Слишком долго он подбирал ногу. И здесь Аршавин. Аршавин. Ах, какая передача. И должен забивать у Гасильвейра. Но он этого не делает. Ну, что еще нужно сделать для вас, у Гасильвейра, чтобы вы могли забить? Для того, чтобы забить. Можно и самому ворота закрутить, да? Это простой принцип теперь подающий. Все стандарты должны исполняться таким образом. Даже если ты навешиваешь со стандарта, ты должен мяч направлять в створ ворот. Так что Исаэль может сам забить, а может быть и подача. Удача состоится. Исаэль! 1-1! Ворота он закручивает мяч на 80-й минуте! О гении Карлоса Алласа говорить, ну, не то чтобы неуместно, но, наверное, не стоит. Потому что именно от Исаэля мы все и ожидали. Ильдос Ахметов побежал почему-то радоваться по его реакции на этот забитый гол. Ну и в дело вступает Евгений Ажукин, да, если не ошибаюсь. Голос Кайрата. 18-го года. Исаэль. Начинает атаку. Ну, фаворит здесь понятный, он ясен. Фаворит известен всем, но на одних это давит, потому что нужно доказывать. Аршавин, проникающая передача. Еще одна удар Швырева. Не опасно.
и дожат. Вступление, да, этот сезон. Саэль. Ох, как хорошо. И Саэль назад. Аршавин мяч отправляет налево. Вороговский пойдет сам в обыгрыш. Вороговский ушел он от оппонента. Прострел. Аршавин. Он уже в штрафной площади. Гол! Андрей Аршавин! Практически с угла вратарской мяч он направляет. Ну и Владимир Плотников уже выбегает. И всей команды Кайрат радуется. Кайрат радуется забитому голу. Давайте смотреть повтор, что же там произошло. Вороговский, во-первых, отмечаем его действие. То, как легко он разобрался, как он легко ушел от оппонента, коим был Андрей Шабаев. А после прострел, и посмотрите, ну, уже стоят на месте практически Папхадзе. Ничего он не делает и так на площади Аршавина. И другого выхода у арбитра не будет. Мулдаров завис. Здесь и на подмоге должен был быть Венков. Закиров, ну, он зависимый абсолютно футболист в этой ситуации. Андрей Арше. Наслаждайтесь над атмосферой на центральном. Можно сказать, наверное, нет. Но в целом очень хороший дебют. Был бы он вообще хорошим, если бы удалось еще и набрать очки здесь, в Алма-Ате. Но Кызылжарская команда достойная. Да и Кайрат набирает вновь.